Российские ученые разработали уникальный биочип, который позволяет быстро выявить злокачественное новообразование. Изобретение уже получило все необходимые патенты и сейчас проходит апробацию в онкологическом центре имени Блохина в Москве и в онкодиспансере Чувашии. О новой тест-системе в нашем репортаже. С помощью этой стеклянной пластины можно выявить любой вид рака за несколько часов. В каждой из 15 ячеек находятся антитела и красители, которые реагируют на определенный тип онкозаболевания. Мы хотим определить, как работает биочип. Забираем материал. Здесь ровно 50 микрограмм. Наносим в ячейку и распределяем равномерно в каждую ячеечку. Затем образец помещают в термостат, после под микроскоп, который выводит все данные на компьютер. Вот такое вот свечение мы видим. Видите, вот это вот клетки, вот это вот клеточки опухолевые. Вот так вот они светятся. Другой вариант определения раковых клеток с помощью сканера. Он автоматически просматривает биочип и делает снимки всех ячеек, которые затем сохраняются в специальном журнале. Мы можем открыть любую ячеечку и посмотреть, какая там была реакция. Приближать, двигать. Этот вид диагностики поможет врачу дать прогноз по течению болезни и подобрать нужную терапию. Еще один плюс – низкая себестоимость. Для проведения исследования не нужны ни дорогая лаборатория, ни большой штат специалистов. Диагноз можно будет узнать на плановом осмотре в поликлинике. На первичном звене, после того, как мы так надеемся, что метод получит регистрационное удостоверение, будет активно применяться в наших районах, чтобы там выявилась онкология, и пациенты уже поступали к нам. Когда выявление идет на ранней стадии, соответственно, лечение проходит уже совершенно все по-другому. Регистрационное удостоверение биочип должен получить уже в будущем году, после чего поступит в массовое производство. Использовать этот метод в онкологии, кроме Чувашии, планируют в Нижнем Новгороде, Ярославле, Санкт-Петербурге и других регионах. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.